Друзья, приветствую вас на канале Аши. Сегодня предлагаю креативный узор с вертикальной фактурой, где очень четко прорисованы очертания сов. Это такие птицы. Раппорт составит 7 петель и 12 рядов по высоте. Прежде чем перейдем к мастер-классу, напомню, что у меня есть телеграм-канал. Я рада вас там видеть. Переходите по ссылке, закрепленной под видео, и присоединяйтесь. А сейчас все внимание на экран. Начинаем с первого ряда раппорта. Кромочная петля, далее 5 лицевых петель и 2 изнаночные петли, 5 лицевых, 2 изнаночные до конца первого ряда. Второй ряд раппорта вяжем по узору, как ложатся петли, 2 лицевые и 5 изнаночных петель. В дальнейшем первый и второй ряды продублируем еще один раз по высоте, то есть до четвертого ряда включительно. 4 ряда готовы, теперь 5 ряд. Снимаю кромочную, далее скрещиваю 2 петли между собой. Первая остается за работой, вторая перед работой. Скрестила, каждую из петель довязала лицевой. Потом просто 1 лицевая петля и еще раз скрещиваю 2 петли. Теперь остается первая петля перед работой, вторая за работой. Скрестила, лицевыми довязала. У нас получается вот такой вот встречное скрещивание, а потом просто 2 изнаночные петли, они у нас разделительные. Шестой ряд раппорта, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 3 лицевые петли и 1 изнаночная петля до конца шестого ряда. 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые и 1 изнаночная. Седьмой ряд раппорта, 5 лицевых петель и 2 изнаночные петли. Как в первом и третьем рядах. 5 лицевых и 2 изнаночные. Восьмой ряд, как шестой, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 3 лицевые и 1 изнаночная петля. Девятый ряд, 5 лицевых петель и 2 изнаночные. Ряды у нас частенько повторяются. Это упрощает задачу провязывания раппорта и его запоминания в дальнейшем. Десятый ряд, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля и 1 изнаночная петля. 11 и 12 ряды, 12 ряд, кстати, будет заключительный, провяжем по узору, то есть так, как ложатся петли. 11 ряд у нас получается кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночные. Ну, 12 ряд, соответственно, разберетесь самостоятельно. Друзья, на этом я с вами попрощаюсь. Обязательно сохраняйте ролик, от вас лайки, позитивные комментарии. Всем желаю чудесного дня, всем пока!